Мы каждый день составляем, каждый из нас, строки молитвы для общей десятки. Но получается, что иногда либо вообще никакой молитвы не формулируется, то есть нечего писать, не стоящего, либо эта молитва остается та же, эта строчка. Вот что делать? Ведь творец новый каждый должен быть. Зе мацав лотов. Это нежелательное состояние, нехорошее. И также оно действительно существует. Так это происходит у многих людей, у многих групп. Но вы все равно должны быть, это должно вас волновать. Каждый день вы должны входить в Творца и говорить с Ним. Скажем, 2-3 минуты, даже не 5-10, хотя бы 2-3 минуты. Вы должны заранее до этого составить какое-то обращение, с которым вы будете к нему обращаться. Это очень важная вещь. И чтобы это не просто так происходило.